Сейчас разберемся мы их... Я готов! Я не готов! Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. И сегодня мы с тобой поиграем в интересную игрушку. На самом деле, это вторая часть, но была первая. Мы когда-то играли, я не помню, заливал ли я на канал, но... Там, короче, анонимусы были. Помните вы это? Так, выбираем роль. Рекомендован для новых игроков, защищайте других. Да, беру. Смотри, защитник, летучая мышь, враль. Хакер тут есть, ничего себе. Давай защитник, давай возьмем. Наш поход обернулся катастрофой. Итак, что это такое, звук какой-то? Я не все понимаю. Мы заблудились. Наш автомобиль не заводится. О нет, ребят. Это просто жесть, вот это автомобиль, ребята. Вот это повозка чисто, смотри. Смотри, сколько, я не знаю. Ладно, окей, понимаю, ребята, и чё? Мы сейчас в лесу, прикиньте, аккуратненько, ребятки. Аккуратненько идите, господи. Напасть же могут. Ребята, не отставайте! Не отставайте! Нужно найти укрытие. Может, оно где-то рядом? Да всё возможно. Всё возможно, друзья. Кто знает. Так, быстрее нельзя, быстрее, ребят, нельзя. Но, в принципе, неплохой уже хоррор такой. Блин, там кто-то остался. Ребята, там один чел остался. Что это было сейчас? Что это нафиг было, господи? Вот-вот начнется град. Нам необходимо найти убежище. Это что? Это град такой? Размером... Японский городовой. Я охренел. Я помню, в новостях один раз увидел град размером с куриное яйцо. Прикиньте, там стекла как выбивало. Будь здоров. А тут-то... Что за лохмотья? Что за куски перхоти на нас? Ребята, нас подождите. Блин, ну у меня-то кепочка, ладно, защитит, ребята. Она у меня как каска. Ребят, внутри, так что найс. Ой, мы это сделали, братик. Мы это сделали, дай бог. Ну есть же, ребята, отлично. Перезагрузка мощности. Что у нас тут? Может полутаться? Ой, печенечка. Денюшка, да что ты будешь делать, родной? Живем же, живем. Секретная злая злодейская база. Ничего себе, музыка, кстати, хорошая. Мы не туда попали, ребята! Мы не туда попали! Анонимусы здесь, ребята! Breaking 2. Ну, первая часть была очень смешная, забавная. Не знаю, как вторая, она более, знаешь, так серьезно выглядит. Ну, что я вам скажу? Она нам? Ребята, шо, по кухонке? Я сюда. О, куда я по кухне? Давайте, ребята, проходите, пролезайте. Ой, мы оставили кого-то. Братик, а как пригнуться? Вопрос на миллиард. Ля, какой сильный. Ну, смотри, уже подкачались. Уже рама настоящая. Займитесь спортом. Да ёкарный бабай. Что, как в реальности сейчас? Прессик будем качаться. Так, ребята... Куда? Ой, да тут ни хрена себе, тут у нас что? Перед следующим боем вам стоит посетить спортзал. Зачем он мне нужен, ребята? Когда тут у меня команда? За мной братишки, вон что творят. Смотри, CoolPlayer что творит. Спокойно, ребятки, спокойно. Ля-ля-ля-ля-ля, аккуратненько, ребятки. Такс, прям сек такой. Дучи смог разблокировать на кухонку, смотри-ка. Капец, ой, что-то меня жарит, ребята, мало здоровья. Так, дай пожру. Дучи? Это ты? Ключ должен быть на кухне. Все понял, сейчас мы Дучи разблокируем. Погоди, а как он туда попал? Или это такой скин? Так, что за... Здесь нет ключа. Вам придется как-то вскрыть ее. Там повар. Смотри, готовит что-то нам, пиццу, похоже. Так, Дучи, ты тут? Так, печенька есть? Поговори с дядей Питом, он в центральной комнате, он даст задание. Что там за дядей Питом, погоди. Погоди, с нами что-то вообще там происходит? А, это дядя Пит! Дядя Пит просит разобраться с тремя плохими парнями.
Дядь, да сейчас все сделаем, погоди. Ля, посмотрите, поцарапанный. Меня поцарапали, ребят. Котик меня поцарапал. А погоди, лом, подай-ка мне один. У тебя есть оружие получше? Ты хочешь сказать, что бита лучше? Так, ребят, мне надо с тремя разобраться. Файтинг. Так, хорошо. Квест дяди Пита выполнен. Все понял, до свидания, ребята. Дядя Пит, ну что теперь скажешь? Здесь... Ух, нифига, дядя Пит нам тут отваливает бабки! Только куда мне их тратить? Я не знаю, наверное, в магазин. Ребят, давайте в магазин, короче. Скоро начнется прямое включение. Блин, в магазин я не могу, ребят, если что. О, собираемся, народ. Что сейчас будет? Очень, очень странно, очень странно. Как будто мы куда-то, я не знаю, попали в какую-то... Дичь какую-то. Злодейские новости. Тело страшного Ларри исчезло после его поражения. И даже бороду его, смотри-ка, обрисовали. Сейчас, несколько недель спустя, на нашу секретную базу злодеев было совершено нападение группы лиц. Они выглядят как слабаки. Я вам сейчас задам. Мы готовим против них три волны. Мы уничтожим их раз и навсегда. Наш новый лидер — страшная Мэри. Она намного злее своего предшественника и лично разберется с незваными гостями. Вот так вот. Что такое? Уже выезжают за нами! За нами уже, ребята, поехали! Так, понял. Скоро начнется, доберитесь до центральной комнаты. Дядя Пит уже готов сражаться! Дядя Пит! Боже, дядя Пит, у тебя во рту что-то, кто-то сидит. Как будто, смотри, вот у него во рту, короче, глазки, а вот ротик маленький. Дядя Пит, ты что, чужой или что? Дядя Пит, ну-ка. Советую смотреть в ящики, там еда. Ну, понял. Готовьтесь, ребята, готовьтесь! За мной, за мной! За спиной будьте! Сейчас разберемся, сейчас разберемся. Сейчас мы их... Ребята, господи, я аж испугался от своей рожи. Так. Я готов, я готов, я готов! Я не готов! Я не готов! Ни хрена их там просто! Давай, 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 хренач, хренач, брат! Там целый араба приехал, я думал, там один или два. Там ты видел, сколько их было? Да ну нафиг, да ну нафиг, родной! Ой, Ренатик, спасибо, лучший просто. Не, ну теперь-то нету никого, сейчас я тут всех... Ой-ой-ой, тут, да-да. Ребята, тут мокренько, тут дождь, господи. Господи, мы что, сахар, что ли, нас сейчас это... Мы растаем или чего? Чего нам так плохо? Мы прям аж съежились, да ёлка. Давай, волна окончена, ребята, за мной. Ой, это ж пицца. Продолжайте тренироваться. Короче, ладно, все в принципе. Блин, а что ж такое-то? Я чуть не помер, блин. Это самая глупая смерть была бы. Так, слава богу. Ладно, у нас нету другого выхода, ребята. Ох, а да я постройнел! Так я ж постройнел, ребята! Вы видели, какой я? Ни хрена себе! Ничего себе, доставка в спортзал, бесплатное включение в спортзал. Блин. Окей. Тренажерный зал. А можно я сюда? Пацаны, погодите меня. Ничего себе. Они там все разберут без нас. Пацаны, все идут. Оставьте хоть мне, твари. Чуть-чуть водички попыть. Все найс, ребята, все найс. Что мне с этой водой делать? Так. А куда ты ее бахнул-то? Ты не, погоди, погоди. Пейте, чтобы быстрее тренироваться в спортзале. Нифига! Давай, братан. Ля, тут уже качки, смотри. Погоди, тут есть силы. Не, пацаны, вы как хотите, я буду силу тренировать. Ничего не знаю. Я хочу силу, мне нафиг это. Так, так как мне сесть? Как мне лечь-то, ёкарный бабай? О! Так, ну ладно. Пес по кличке... Присоединился к вашей компании, Куликов спас его. Ой, хорошо идет, ребята. Ля-ля-ля, водички. Найс, найс, одной рукой. Вот это, братик, вот это я понимаю, да.
Вот это я понимаю. В реальности не повторять ни в коем случае. Слушай, чел, ну, я, конечно, понимаю, но, блин, в реальности жалко, это не так, конечно. Давай-давай, прокачиваемся. Что такое? Что такое родной? Нормально, нормально. Ребята, для подстраховочки, кто-нибудь подстрахуйте! Если он падет прям на рожу. Не, ну это уже жесть, конечно, начинается, ребята. Жесть просто. Давай-давай-давай, братик, давай! Выжимая из себя соки все. Ну, до троечки, я думаю. Офигеть. Там, прикиньте, там уже прокачались. Охренеть, вот это живем, а. Вася-то вырос. Ты посмотри, Вася. Мотивацию поднять. Фиксик. Убери свою юбочку от меня, пожалуйста. Убери свою юбочку. Твоя дивизия, все, хорош, брат. Без этих всяких давай. Вася, ты че такой длинный стал, как шпала? Охренеть. Как мне вырасти? Ни хрена, Вася, ты че так вырос-то? Смотри, какой высокий стал, я не знаю, я вон какой. Не только я, смотри, тренируется и шлепы, ребят, у меня как будто вторая голова. Чисто. Нормально. Нормально. Шлепыч, давай. Так, найс. У этого уже 4 кулпер, смотри, как быстро бегают. Да ёшкин кошкин, блин. Как ты думаешь? Блин, как ты думаешь, кто первее, ребята, Дучи или я? Боже, Дучи, сколько тебе осталось, а? Писочку принес, братик, спасибо! Клади ее сюда! Братан, клади ее сюда! Все правильно! Да какая пицца, я качаюсь! Не-не-не, мне пиццу давай! Мне надо, я еще сильнее буду. Блин, волна 3.3. Да мне пофигу, я лучше покачаюсь, ребята. Какая вообще игра? Нафиг мы вообще реально играем, там что-то т.д. ц.п. Ну-ка давай. Не выкладывай. У нас качалка закрывается! Ребята! У нас... Нет! Дучи! Нет! Это несправедливо! Это нечестно! Он прокачался быстрее меня, я не могу! Я первый! Да нет же! Да ядрить там просто! Смотри, какие блины уже нависают! Да быстрее! Быстрее, брат! Сейчас закроется! Не, погоди, а ты хочешь сказать, что... Ух, ес, ребята! Хорош! Ой, ты заперт, поэтому теряешь много энергии. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же нам выйти, ребят? У нас проблема. Нас заперли в качалке, ребята. Да пофиг. Качаемся, братик. Ну, значит, качаемся. Погоди. Ну, хорошо, кстати, качаемся. Слушай, можно и дальше. Так, ну что же, друзья, я прям... Я как будто и в реальности, если честно, дотренировался. Боже, что происходит? Что там происходит? Там против шеф-повара, ребята! Ухля! Что ж ты делаешь-то, огузок? Ты погляди просто толпой. Вот это мы не зря качались, конечно, ребята. Аккуратней, аккуратней. Ну-ка. Тут, смотри, банки кваса! Тут банки кваса, еще и пицца! Так, брат, а как взять-то? Ой, я что-то много слишком, ребята, взял пиццу, ну после такого. Ой, это... Это квас. Это, если что, квас, конечно же, ребята. Ой-ой-ой! Выходите! Выходите, ребята! Выходите! Ну... От такого я не ожидал. Одно дело, когда ты в качалке, когда ты в качалочке, да, но на кухне, Дучи. Такого от тебя я не ожидал. Так, короче, дядя Пит просит, кстати, надо это выполнить, наверное, я не знаю. Ну что, ребята, готовы? Наконец-то, сейчас махач будет. Сейчас будет махач, ребята. Все, найс, наконец-то, пошла игра. Все, let's go. Ой, вы какие хорошие. А у меня 4 силушки, так что вам хана. Слушай, хорошо идет. Квест от дяди Пита выполнен. Да, я еще, дядя Пит. Да, дядя Пит. Дядя Пит, пожалуйста. Как вам? Дяденька. О, спасибо за бабло. Так, дядя Пит хочет, чтобы я разобрался. Погнали, разберемся, ребята. На секунду. Так, let's go. Давай. Отличная работа, Рипер Эндзелел. Нанесли больше всего урона. Нифига себе, слушай, ну не зря подкачивались, ребята. Вообще хорошо.
Так, найс. А, тут смотри, они тут все меньше и меньше, их становится, видишь, 35. Погоди, так мы сейчас их всех... Слушай, брат, а через сколько там будет волна? Слушай, да мы сейчас их просто завалим, ребят, отвечаю. 32. Так. Не, погоди, надо сначала к дяде Питу, чтобы он потом мне это сказал, типа, да, еще там. Сейчас, дядя Пит. Так, дядя Пит. Бабки, по бабкам, по бабулечкам, что там дядя Пит? Да ёкарный бабай, во, целый мешок. Дядя Пит, так, со всеми в комнате Барби, идем туда. Идемте, ребята. Все, вперед. Так, хорош. Так слушай, мы реально сейчас со всеми разберемся. Давай. Делай. Телек застрял просто и все. Капец, мы быстро разбираемся, ё-моё! Найс! Так, 4, четверо осталось. Надеюсь, я не помру. Если помру, будет плохо, понятное дело. Так, найс! И чё? А, это все? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, наконец-то, ребята! 150, запас один. Вот с гири, делаем. Опа! Электричество включено, родные. Ну, давай. Волна скоро начнется. Да вижу. Ну, давай, запас. Ё-моё. Да, блин, у меня просто по ХП очень все плохо. Да, ёшкин иголкин, еще и магазин. Ребят, сегодня я, походу... Блин, главное, жмуром не стать. Это будет очень. Эвлайн и Рипер включили генератор. Молодцы. О, есть, ребята, все, дай бог, живем. Еще и детектив с нами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще и вылечили меня. Ой, спасибо, ребята, лучшие просто. Еще и дядя Питу. Вот так вот, дядя Пит. Все, счастливый дядя Пит. Он счастлив, ребята. Он счастлив. Так, готовы. Ой, там сколько машин-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут босс. Ребята, я беру его на себя. Я беру этот пузырь на себя. Так, я смотрю, тут кто-то очень много качался все-таки, да? Все-таки качались мы очень много. Детектив, пожалуйста, помогите. А, собачки нет. А что это такое? Что это значит? А что это значит, ребята? Детектив Брэндли Бинс в нокауте. Дядя Пит в нокауте! Так, let's go, ребята. Да нам какой фиг? Мы знаете, сколько прокачивались. Мы должны это сделать. Ребят, берегите себя. Тут, походу, сила 15. У меня пока 4. Охренеть, он нас... Как он нас просто, я не знаю. Все, найс. Ну, слава богу. Погнали, поглядим, что там. Там уже забирают. А чё там? Эй, братик, что там? Нет в наличии? О-о-о! Вот это я не понял. Да уёбочка какая-то. Это типа бронежилет, все понял. Ладно, волна 3 из 3 открылась. Так, пойдем, наверное, в магазин. Слушайте. Все, наконец-то. Вот тут бабки, спасибо. Я даже не знаю, нужен ли он мне. Потому что, как бы, знаешь, можно вот так. Так, во, начинается самое интересное. Достаточно. Вы уже надоели мне. У меня остались незаконные эксперименты, незаконченные, к которым мне надо вернуться. А! Нет, мы в магазине! Стоп! Оу. Да-да. Вы такие умные, раз умудрились ворваться и захватить мою базу. Но пришло время показать то, над чем я работал все это время. Что же там будет? Это будет весело. Ля, хранилище? Скрудж Макдак, будем сейчас в деньгах там, что ли, купаться? Вопрос хороший, да, ребята? Ну-ка, погнали. А, там не пройти еще. Я думал, там хотя бы мы сейчас покупаемся в золотишке, да? Или, знаешь, там целая цистерна кваса. О, да слушай, игра-то только начинается, можно сказать. Ребята, блин, надо было силушку реально прокачивать, наверное. О боже, что за...
Что это нафиг такое? Что за мусорки? О, Energizer. Господи, до чего мы дошли, ребята? Мы по мусоркам лазим. Ой, братик. Ой, спасибо. Пожалуй, вот это выберу. Ну нифига себе, просто, брат, спасибо, что угостил. Лучший просто. Смотри, как вырос. Ё-моё, я вымахал, а? Спасибо, спасибо. Так, тут еще запасик, кстати, есть. Я, наверное, возьму. Что, нет наличия, ребята. Так, куда все проходят? Давай посмотрим. А сила 6 есть? У меня пока 5. А, батарейку-то я... Так вот, батарейку-то куда надо было, ребят? По помойкам искали. Ну что же, что нас там ждет? Нужно пересечь мост. Так, как дальше, ребята? Так, ребята! Ну тут если только вместе взяться вот таким вот хватом и чисто мостик сделать из друг друга. Ах, наконец мы встретились. Вы вырвались в мое логово и принесли слишком много проблем. Офигеть, сколько оно там удлинялось. Смотри, какая. Вы хотите знать, что случилось со страшным Ларри? Он был слишком слабым, и исправили эту проблему. А теперь давайте проведем анализ ваших сил. Так, ну у меня пятерочка нормально, наверное. Не? О. Ты совсем не развивал свою скорость. Ты серьезно думаешь, что сможешь угнаться за мной? Господи, он дрожит! У тебя почти нет еды. Мне начинает казаться, что ты специально хочешь проиграть эту битву. Но у тебя есть очень сильная иллюзия. Однако, мое намного сильнее. Да как бита? А, вот золотой, смотри. Зато у тебя есть броня. Впечатляет. Неплохо. У вашей команды есть шансы. Поспешу огорчить. Моя гораздо больше и круче. Да я вижу. Ребята, а как вот этот настрой? Да, обосрали нас с ног до головы. Let's go. Этот мост вот-вот разваливается. Бегите к Мэри. Да бежим! Ну-ка иди-ка сюда, родная! Давай-ка ее там! Ох ты, блин. Отойдите от лавовой трубы. Погодите, погодите! Не надо! Надо аккуратненько. Ой-ой-ой-ой-ой, братик, красная линия, это плохо, я так понимаю. Брат, вон, возьмите пиццу, ребят, кто там не брал? Возьмите пиццу, вон, раздают. Раздача пиццы. Совет, убегайте от поющей трубы. Она еще и поет? Танцует и поет? Иди-ка сюда. Силу я развивал. Что-то, слушай, что такое-то? А что такое-то, блин, я не знаю, я уже на голове у нее. Что за фигня? Приступим к танцам, сначала медленно. Так, ну я танцую, как бы, да. Что дальше? Ах ты, тварь. Смотри, что творит! Да блин, да как ее вынести? Аккуратно, ребята! Ты как тебя... Так, спокойно. Ой-ой-ой-ой, там шипы! Реально роза! Аккуратно! Опа-опа-опа, махайте ее! Попробуйте... Прокрутить тут ключ на ее спине. Понял? Прокрутили вроде, да? Так, пол-то лава начинается, ребята. Супер-мега-челленджи. Что делаем? Так, хорошая разминка. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Надо смотреть, куда идем, ребята. Опа-опа, все понял, ребят, сюда! Опа, а что вот это за штука такая интересная? Это доска какая-то странная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! У меня бита не берется! Дека, аккуратно! Твою дивизию, ребятки! Господи, мы живые, дай бог! Ё-моё, я думал, сейчас сдохнем, реально! Это только начало там пишут! Ой-ой-ой-ой-ой! Да я вижу, я уже понял. Так, следующее, что будет? 5 танцев. На скрипке. Опа. О, нет. О, нет, аккуратно, ребята. К розам, наверное, не особо надо подходить. Что-то чувствую, шипы, все дела.
Ой-о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 й. А можно эту хрень? Не, нельзя. Ай, меня задели. Монтировочкой своей золотой. Такс. Кэмсик. Спокойно, ребята. Боже, когда ты закончишь-то уже, а? Да есть же, ребята, молодцы. Так даже вообще биту можно не использовать. Но сейчас будет страшно. Сейчас будет страшно, ребят, поэтому... Готовьтесь бежать. У меня... Вы такие слабые. Вы не переживете эту битву. Да знаю, я уже понимаю. Знаешь почему? Потому что у меня одна скорость. Вот зря я скорость реально не качал. Да что это за доска такая, а? Просто вижу, что странно. И что дальше? Так, ребята, куда дальше бежать? Тот, кто скажет? Понял. Сюда, 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 ребята! Убегайте! Бегите, бегите, мои дорогие, бегите. До скрипочки. О нет, они помирают! О нет, наши братишки, они помирают, реально. Господи. Пипец просто какая-то жесть. Ну все, я уже понял, что надо сюда, туды, туды-сюды. Не, еще живы, смотри, нормально. Еще живы-здорово. Так. Так. Блин, когда бить-то ее надо, реально? Не, слушай, музыка вообще клевая. Полный расколбас идет. Ай. Да, отходим, отходим, отходим. Отходите, отходите, отходите. Может, выживем, дай бог. Да что это закончится-то все? Да нет, да, да еще у ней жизнь. Да ладно, какая, блин, половинка. Потом что? Чутелька? Соплинка? Ну все, похоже, нам хана, ребят. Опять, опять начинается. Тут музон будет из Капхеда. Капхеди? Оу! Вы серьезно думаете, что уже справились со мной? Какие вы глупые. Вы и правда ожидали этого? Ну да. Вы больше не можете платить за возрождение удачи. Спасибо. Спасибульки. Что с этой доской-то? Опа, реально что-то начинается! Ох, нифига себе, что происходит? Что нафиг за жесть? Чел! Ничего себе, блин! Ой. А, с доской что-то не так? Что по доске? Счастливый дядя Пит к нам тут. Найс. Просто стоят челы еще. Прикол. Энчант. Не надо, пожалуйста, про портал. Не надо вот этот. Ой, оу! Так, что теперь? Что теперь будет? Я не понимаю. Я не понимаю! О боже, ну нет! Ни хрена себе! Жесть. Мне кажется, мы не переживем эту битву. У меня есть такое подозрение, ребята. Ну нафиг, я сюда отхожу. Пожалуйста. Ух. Щищ. Так, я думаю обратно. Давай-ка, давай-ка сюда, сюда, сюда. Дучи, аккуратно. Но нет. Что это было, блин? Все происходит нафиг. Так просто поделай все. Опа! Ничего себе!
Какая эпичная схватка, а? Блин, как бы выжить-то, господа? Это ладно, я на мониторе в 2К разрешении играю, а вы представьте, там кто-то с телефона играет в маленьком разрешении, это же ужас. Так, ну я пока еще, дай бог, живой, ребята, хоть и... Офигеть. Так, думает. Опа. Опачки. Жесть какая. О, нет? Сукин сын хочет нас убить! Такс, что теперь? Трямсик опять? Нет, нет, только не оно, ребята, только нет! Нет! Боже, я еще жив. Так, аккуратно, аккуратненько. О, нет, нет, да ё-моё! Так, спокойно, не паникуем. Не-не-не, теперь обратно, теперь точно. Не-не-не, дед, не проведешь. Такс. Ой, ребята, походу, меня... Короче, если он, получается, правой рукой делает, он на... Ну, все понял, я все понял. Ёп, твою мать! Надо просто смотреть, какую руку он берет. Офигеть, я только сейчас додумался. Так, все понял, сюда, все, сюда, ребята, я наконец-то додумался. Оказывается, здесь все просто. Ренатик, братик! Ой, нет, Ренат. А, не, его сейчас не должны. Слушай, я, походу, не переживу. Смотри по руке, я прикинь, я сначала даже не понял. Я думал, он чисто на рандом хреначит вот это вот, чтобы запутать. Так, ну ладно. О, нет, о... О, нет, Дека! Мы теряем бойцов, нет, нет. Ай-яй-яй! Эвлайн даже помер, да что ж ты будешь делать-то? Чувствую, дальше я буду. У меня есть такое подозрение. Пресс-эф, пресс-эф, напишите в чатике, боже. О, фиксик, спасибо. Блин, лучший просто, спасибо. Спасибо огромное. Без него бы я, наверное, вообще бы сейчас точно бы откинулся. По-любому. Хотя еще непонятно, что там дальше будет. Извините за это, там написали. Пресс-эф, ребята. Но они хорошо держались. Они хорошо держались, молодцы. Так. Что теперь-то? Ну и чё? Дружище, серьезно? Это все на что ты способен? Капец, нам как по траектории какой надо вот... Аккуратно, аккуратно. Ну нет, сейчас начнется опять ручки. Ну где же ваши ручки, да? Тут написано help me! Ай. Блин, да похоже мне... Мне тут надо help me! Ай, блин, Ренатик! Да твою ж не видел, тут как выжить вообще? О-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо, ребятки, тихо, спокойно. Все нормально, не кричим, не урчим, все хорошо, ребята. Максим не может идти дальше. Почему, брат, почему ты не можешь идти дальше? Опа! А, понял. Понял. Понял, что начинается, ребята. Такс. Так, что-то по силе как-то, ну... Ладно, нормально. Главное не заруинить, ребята! Я очень...
Я очень боюсь, что у меня есть... Да опять собака, блин, с этими руками! Руками! Так, какую берешь? Какую берешь? Нет, ребятки, ребяточки! Сраные вонючие руки, как ты заколебал с ними просто, а? Ага, сейчас другая будет, все нормально, найс. Дед, как ты заколебал нахрен просто! Боже, быстрее, 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 я должен успеть, боже, есть, есть, я успел. Рипер, нет, родной! О, нет. Нет, ребята. О, нет. Ух. Ох. Дай бог выживем, ребята. Дай бог все уже. Финал будет сейчас. Ну что ты, ну что ты вот это делаешь? Найс! Это он типа разгонялся, ребята. Просто... О. Так, отлично. Теперь музыка-то какая, а? Офигеть, что там происходит, нафиг? О, нет. Только не говорите, что это еще не конец. Да блин! Лестница осталась. А, я почему-то подумал, что это у машины чисто кусок лестницы. Дни до следующей чистки. 9. Вот такая игра, ребята. Ну, что я вам скажу? Не, ну это прикольно было, если честно. Это забавно, правда. Часок-другой с другом повыживать. Мне кажется, это просто круто. Все, теперь еще две концовки. Еще две концовки! Ну, на сегодня точно хватит. Он жив, но потерял сознание. Нет, дедуля. Но дядя Пит жив, главное. Ну все, ребята, на этом все. Да. Вот такая вот игрушка была. Лайкосики, залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братья.